А сегодня я участвовала в дискуссии на тему эффективных инструментов в пиаре. У нас собралась очень интересная профессиональная аудитория коллег. И, наверное, для меня самыми актуальными темами сегодня стали работа с комьюнити, работа с инфлюенсерами. Мы обсудили то, что, конечно, прежде всего нужно комплексно смотреть на пиар-стратегию, на коммуникационную стратегию, что недостаточно выбирать какой-то только один блок работы. Важно знать, кто ты, что твой бренд представляет, важно знать своего покупателя, своего потребителя, и уже исходя из этих знаний, из ценностей, смотреть на то, с каким комьюнити работать. Было любопытно послушать кейсы коллег, поделиться тоже опытом нашего агентства, рассказать про актуальные кейсы. Забавный был момент, когда мы начали говорить на тему офлайн-мероприятий. Коллеги сказали, что сейчас как будто бы сложно завлечь аудиторию на офлайн-мероприятия. У меня противоположный опыт, потому что в августе буквально каждый вечер мы организовывали ряд мероприятий с очень высокой явкой. Но и в целом как будто бы все пришли к выводу, что офлайн – это новый черный, и надо работать, опять-таки, с аудиторией комплексно в онлайне, в офлайне, что называется, 360. Спасибо большое, было очень любопытно поработать, пообщаться с коллегами.